6 мая в Фурманове состоялся велопробег в честь Дня Победы. На старт вышли около 200 горожан. На месте сбора волонтеры провели акцию «Георгиевская ленточка». На груди у каждого участника символ памяти и связи поколений для миллионов людей в нашей стране и за ее пределами. Со словами приветствия к участникам обратился заместитель главы администрации Фурманского района Сергей Окунев. Мы с вами должны чтить и помнить подвиги наших героев. Подвиги тех людей, которые ценой своей жизни завоевали для нас наше мирное небо. Завоевали для нас победу, и, безусловно, мы должны пронести через года и передать будущим поколениям, когда вы вырастете, вашим детям, вашим внукам, вашим правнукам, тот подвиг тех героев, которые отдали свои жизни, чтобы мы с вами сегодня жили. После минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны участники велопробега возложили цветы к вечному огню и отправились в путь. Традиционно победный маршрут начался от Монумента Славы, далее прошел по улицам Социалистическая и Генерала Хлебникова в село Никольское. Колонну велосипедистов, постоянно пополняющуюся по ходу маршрута, сопровождали сотрудники госавтоинспекции и автомобиль скорой помощи. В своей акции велосипедисты напомнили прохожим об одном из главных праздников нашей страны – 76-й годовщине со Дня Победы. Инициатором и организатором мероприятия выступил отдел спорта и молодежи администрации Фурманского района. Ежегодно эту акцию проводят в память о тех, кто спас мир от фашизма, в благодарность труженикам тыла, отдавая дань уважения ветеранам за Великую Победу. Завершилась спортивно-патриотическая акция возложением цветов на воинских захоронениях кладбища села Никольское.